Всем здравствуй, народ. Сегодня посмотрим на такие сигаретки под названием БТ или БТ. Ну, кому кто как. Вот. Такой вот, в принципе, старый тоже бренд. Я помню, еще я их покупал, когда учился в школе, в ларьках. Продавались эти сигареты. Ну, вот тогда, с тех времен, я помню, мне как-то, ну, не шибко нравились эти сигареты. Они разные были. Там БТ, по-моему, у нас продавались черные были надписи БТ. Вот здесь золотые. Что мы видим? American Blend, продукт исключительного качества, оригинальный бленд Bulgar Tabak. Как я понимаю, это вот БТ и есть аббревиатура болгарский табак, Bulgar Tabak. Это болгарские сигареты. Тут то же самое, продукт исключительного качества, оригинальный бленд Bulgar Tabak. Вот, по содержанию смолы семерочка, никотина 0,6, СО 0,8. Изготовитель ПССВ, ну, Погарская сигарная сигаретная фабрика. Погар. Тут что мы видим? 20 сигарет с фильтром. Изготовлено под контролем Bulgar Tabak Holding. София, Болгария. Изготовлено из элитных сортов болгарских табаков. Ну, раз из элитных, сейчас мы и посмотрим, насколько этот табак тут элитный. Обошлась мне эта пачка 70 рублей всего. В принципе, очень-очень дешево. Ну, давайте посмотрим. Вот такие вот БТ, классику. Интересно, вот мне самому. Очень давно не курил, помню, вот со школы еще остались у меня. Блин. Очень, как скажу, мягкая пачка такая и рвется очень легко. Ну, вот даже надорвал ее немножко. Вот, пул тут. Вот такие вот у нас сигареты. БТ. Интересно вот. Ну, такое, сколько тут. Колец перфорации нету, БТ и золотая полосочка, все. Вот такие вот, друзья, сигаретки. Давайте посмотрим. Вот чем-то напоминает мне, как раньше ЛД пах. Такой сладкий, сладкий шоколадный запах у них, кстати. Набито средний. Вот. Табак светлого цвета. Ну, пахнет очень, прям как ароматизированный чем-то. Как шоколадом каким-то. Друзья, сладкий такой привкус они дают. Прямо в слюнке текут что-то сладкого. Табачный привкус и сладкий. Но, в принципе, носоглотку не дерет, ничего там не раздражает. Плотность дыма маленькая, ну, может быть, даже средняя, просто ветер небольшой. Идут мягенько-мягенько, даже не чувствуешь этот дым, ничего не чувствуешь. Вот, горят они, в принципе, ну, ровно, что не странно, видишь, на погаре. И БТ по лицензии, в принципе, наверное, неплохие, но сейчас посмотрим, делают. Мягкость захода такая классная здесь. У дорогих собратьев каких-нибудь, там, не знаю, это 70 рублей, там, 140 даже, не всегда будет такая мягкость входа, понимаете, друзья? Так что приятное курение, что могу сказать, сигареты, но табачного привкуса, что именно я люблю, как по мне, вот такого, сильно они не дают. Они очень чем-то похожи, вот такой дешевый аналог ПП немецкого. Вот такая мягкость входа. Есть табачный привкус, но небольшой совсем. Он не раздражает, он просто, ну, как вам сказать, я думаю, придется по нраву большинству людей эти сигареты. Но раньше они, по-моему, чуть другие, они мне не нравились. Они такие горькие, першили, может быть, другой совсем здесь. Вот американский бленд с золотыми буквочками БТ. Горят очень ровно, но горят по быстроте средней они. В принципе,
Неплохие, я смотрю, дешевые сигареты, дешевые, с немножко с табачным привкусом и без каких-либо еще вот отдач. Все, больше легкий-легкий такой, если улавливать, что-то табачное есть. А так больше ничего не чувствуется у них. Идут мягко-мягко очень. Вот только под конец начинает, вот мне нравится, моя крепость пошла. Именно та, которая для меня вот подходит. А так, в принципе, вот средненькие сигарки, курить сигаретки, вот само то, в принципе, и БТ, ну, неплохо, что я могу сказать. Для меня без какого-то вау-ностальгического эффекта, вот честно вам скажу, больше я, наверное, их покупать не буду. Если только, вот просто интересно, за то, что мне не понравились, пока более-менее. Вот я, если только попробую другие какие-то там вкусы у них, ну, не вкус, а другая мешка табака будет, вот, я, конечно, попробую. Ну, а так вот именно эти, ну... Не мое это чуть-чуть, но может не обозначает, что это не мое, значит это не ваше. Вам нужно попробовать, потому что в принципе неплохо, на хорошем уровне сделано. Лучше, чем дорогие сигареты некоторые. Это как на голову выше, это круто. Плохой табак, он горят, видите, уже сгорело 6 минут. Ну я, конечно, рекомендую, попробуйте. Кто любит легкий такой, маленький-маленький табачный аромат, в совокупе с этим, вот, что в тяге легко идут, вообще ничего не обдирают. Вот чувствуется этот дым, что глотаешь. Все это есть, это не воздух глотаете, поймите меня. Так что, в принципе, я рекомендую хорошие, дешевые сигареты, вот, БТ, и у меня еще так вот ассоциируется со школьными временами, вот что-то вот даже вот осталось, что-то связывает, ну, вот такое вот, воспоминаниями это есть. Неплохо, друзья, но без звезд неба, как говорится. Так что, смотрите сами, ну, имеет место быть, классно, неплохо. Но все на заниженном таком уровне, понимаете? Вот нет вот этого, вот не преодолели они вот эту планку, чтобы вах вообще. За эту сумму это было бы вообще, конечно, бомба у них. Если бы они за 70 рублей вот это сделали, вот это вот. Офигительно крутость свою, вот такую табачную какую-нибудь там. А так, в принципе, все на довольно среднем таком уровне, хорошем среднем. Не обозначает, что это тот же ЛМ или что-нибудь такое там. Нет, это в 3 раза лучше ЛМа по качеству, но... Что-то я вот ждал лучшего почему-то от этих сигарет. Вот, но не вышел. Но все равно. Неплохо. Неплохо среднячок. В хорошем плане смысле среднячок. Это именно из тех табачных марок, где и настоящий такой вот табачный вкус у них есть. Вот тут среднячок. С этими вот дорогими там своими конкурентами, конечно, он их уделывает спокойно. Вот. Именно вот с нормальным сигаретным вкусом. Вот он среднячок, в принципе. Без звезд неба не хватает, но... Неплохо. Так что, друзья, нормальные классические сигареты, которые, как я считаю, стоят вашего внимания, ваших денег и вашего здоровья. Так что, всем спасибо, друзья. Подписываемся на канал обязательно. Ставим, если не жалко. Дальше еще будет очень много у меня видео, очень много уже отснятого материала. Просто дело в том, что сейчас я в другой стране, вот в Украину приехал. Все остальные видео там, я обещал видео на Честерфилде, все это, друзья, будет, потерпите, пожалуйста, чуть-чуть. Вот, очень, на российских сигарет очень много снятого чего. Все будет, друзья, все будет. Вот мне подарили сигару классную, доминиканскую, прямо так ее нигде не купить, только на фабрике в Доминикане, вот мне заказчик, мы строили там, помогали дом ему, вот, он мне подарил эту сигару, угостил, будет на все это обзоры. Все, ждем, друзья, подписываемся обязательно, чтобы не пропустить видео, ставьте колокольчик, вот, пишите комментарии, задавайте вопросы вообще, на любые тематики, я вам отвечу, расскажу, если хотите видео сниму, если вам еще интересно меня слушать. Всем спасибо, всем приятного дня, вам вечера, все, берегите себя, свои семьи, не болейте, не старейте, удачи, всем до свидания, пока, подписываемся.